Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый майнер по заработку криптомонеты Tron. Называется Tron app.in. Это инвестиционный проект, а любые инвестиции, не забываем, это всегда риск. Стартовал он буквально несколько минут назад. Не могла я, друзья, не поделиться с вами, так как у меня есть несколько таких проектов, и они хорошо работают, показали себя с хорошей стороны. Потому я и пишу видео, чтобы поделиться с вами. Значит, нас встречает, перейдя по ссылочке, кого заинтересует, сразу стоит по умолчанию русский язык. Прописывайте имя пользователя. Я прописала мобильный телефон, как я вот регистрируюсь, да, обычно в таких проектах, кто работает в таких проектах, тот знает. Прописала, ну, не принципиально, просто набор цифр. Пароль, потом опять то, что логин я прописала, код города, этот номер телефона типа того. Далее email, кликаю зарегистрироваться. После чего попадаем на домашнюю страничку, и нас встречает вот такая надпись. Это я уже поставила на английский. Сейчас я переведу на русский. Значит, ну и здесь последнее объявление. Как бы 9% ежедневное начисление у нас будет. Минимальный депозит здесь от 5 криптомонет Tron. Значит, от 5 до 1000 9%. Далее идет по нарастающей. Вот, как бы закрываем. Бонус тут нам ни о чем. Вкладочка депозит, вывод. Реферальная ссылочка поделиться с друзьями. Наша команда будет отображаться. Вот. Сюда на стрелочку нажимаем. Значит, это мобильное приложение. Ну и все так вот. Я еще только зарегистрировалась. Вообще ничего, ребятки, не делала. Значит, смотрите. При выводе... Ну ладно, давайте сделаем депозит. Депозит. Кликаем. Трансфер по базик. Минимальный депозит, как я сказала, от 5 криптомонет. Выбирайте, что вы хотите здесь инвестировать. Я Tron 3X кликаю. Нам дают адрес. Не менее 5 монет. Копирую этот адрес. Скопирую. Перехожу в Tron Link. Send. Вставляю. Проверяем обязательно. Пробный депозит на 5 монет. 9 на 5, 45. И, естественно, буду ежедневно получать 0.45 криптомонет. Проверяю. Все, моя монета. И далее кликаю сюда на синюю. То, что я сделала депозит. И комплект. Все. Мои монеты вот было ровно 9000. Стало 9000. 5 монет. Далее что? Также вот это уже мне перебросило на майн баланс. Ежедневно будут обычно начисляют вечером. Вот здесь home. Внизу домашняя страничка. То, что вот нас встречает вот эта памятка. Далее кликаем. Будем кликать на майнинг. И вот здесь вечером уже у меня появится вкладочка. Нужно собрать прибыль. Это инвестиции. Это уже по желанию. Тут описывается. Как шир. Также реферальная ссылочка. Кликайте, она автоматически копируется. Майн. Значит, вот тут языки можно выбрать любой. Я поставила английский, так как я делала тут несколько скриншотов.
надо было мне. Так, значит, это опять же таки информация, это все документы в них, это все можно посмотреть. Так, далее, здесь это служба поддержки. Это, наверное, что здесь? А здесь страны всякие. А, служба поддержки. Какая вам надо? Кликайте на русский язык. Я сюда и не захожу, я даже не знаю, что это. Это, наверное, поддержка, скорее всего. Если вам надо будет написать. Закрою. И по выводу, смотрите, вывод. Минимум на вывод одна криптомонетка Трон. Значит, что сюда надо? Значит, Виндрав, метод вывода. Ага. И что нужно будет? Нужно будет добавить адрес. Смотрите, мне еще выводить нечего. Выводить я буду только, когда наберу одну монету. Значит, добавить кошелек. Вот, АДД. Добавить. Сюда мы прописываем адрес кошелька. Я копирую. И вставляю адрес. Далее. Сюда придумываем пароль для вывода. Повторяем пароль. Пароль, он высвечивается. Я сейчас поставлю на паузу и пропишу пароль. После нажму на синюю вот эту вкладочку. А пока пауза. Значит, смотрите. Я нажала на синюю вкладочку. Все. После того, как вот это отображается, мой депозит, сколько у меня депонировано, на минимум от одной криптомонеты. Далее что? Сюда будете прописывать, будем сумму. Потом сюда добавить валет, как бы адрес. Сюда прописываем вручную, поэтому я говорю, что нужно все это запомнить. Он здесь не сохраняется. Будем кликать по вывод. Как я уже сказала, ребятки, у меня несколько таких проектов. Сейчас я вам даже покажу TronLat. Я думаю, у многих он есть. Шикарный проект. Замечательный. Вот. И вот здесь вот так будет у нас выглядеть вот наш майнинг. И здесь мы вот 1.35 я вот собираю ежедневно монетки. И вот то, что он платит, я ежедневно отсюда вывожу. Вот видим, да? Сегодня я выводила 27.09 с этого проекта. Потом следующий у меня такой же самый проект. Также я здесь собираю ежедневно. И также я вывожу с него. Вот 0.45, одна монетка. Здесь все мои выводы. 26-го, вот я вчера вывела 105 монет. Так, еще один. Потому я вот, потому что они зарекомендовали себя с очень с хорошей стороны. Сейчас все идут какие-то высокодоходники и скамятся. Здесь тоже по 0.45 я собираю. Вот, ежедневно захожу. Ну, здесь я уже увидела сегодня. Так, рекорд. Вот 27.09 число стоит. 2.66 выводила. И вот еще вот этот вот проект. Точно такой же. Тоже 9%. Также я майнинг. Ежедневно свежий.
Так что мне здесь у меня депонировано 20 монет, минимум одна монета. И здесь в просмотре 7.15 я вот выбила. 27.09. И вот этот вот сегодня стартовал. Вот кому интересно, работайте. Опять же таки, какой бы ни был хороший проект, друзья, я не админ, и я понятия не имею, как он будет работать. Любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Никогда об этом не забывайте. Всем удачи, всем пока.